Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я приветствую всех руководителей творческих коллективов, педагогов и всех тех, кто дает частичку своей жизни творчеству. Откуда я вас знаю? Более 12 лет я создаю и провожу и участвую в различных международных конкурсах и фестивалях вместе с фестивальным проектом «Волна идей». Но сегодня я буду рассказывать вам о продвижении творческих коллективов с помощью Instagram и вообще во всем мире маркетинга. Откуда я знаю о нем? Ровно полгода назад я стал лучшим учеником лучшей школы маркетинга в СНГ. За время обучения я проработал и создал проекты для таких крупных компаний, как Альфа-Банк Россия, как крупнейший интернет-магазин Озон и приложение для тренеров йоги Зения. И собрав эти два опыта вместе, я вместе с моими коллегами создал курс продвижения творческих коллективов в Instagram. С помощью этой социальной сети, которая, я уверен, есть у каждого, у вас нету, это не проблема, сейчас вы узнаете, как она поможет сделать так, чтобы о вашем коллективе знали все в вашем городе, в вашей стране и во всем мире. Добро пожаловать во вселенную Instagram. Много говорю я про Instagram, ну а сейчас мы находимся в превью всех наших видеокурсов, всех наших услуг и пакетов, которые мы приготовили для вас, уважаемые творческие люди, уважаемые руководители творческих коллективов. Ведь кроме Инстаграма есть еще YouTube, в котором с помощью наших видеокурсов, с помощью нашей помощи мы поможем с вами создать YouTube-канал, загрузить видео, которое посмотрят сотни, тысячи, миллионы зрителей, организовать собственную прямую трансляцию вашего отчетного концерта. На YouTube все расскажем, все покажем, как это делается. Конечно же, размещать ваши видео в TikTok для того, чтобы лучше понимать, о чем сейчас говорят ваши участники и как они представляют себе тренды. Может, и вы их сможете тоже создавать. Поэтому обязательно создадим с вами аккаунт в TikTok. Но и самое главное сейчас, это чтобы в мире информации вас было легко найти. Поговорим с вами о Google, самый большой поисковик на планете Земля. Именно там мы создадим карточку вашего коллектива. Внесем вашу контактную информацию, расскажем о вас, внесем информацию, чтобы вас было проще находить по тем запросам, которые вводят огромное количество людей на нашей планете. И обязательно отметим ваш коллектив на Google картах. Самые лучшие карты в мире, на них обязательно должно найтись место для вашего творчества. Чтобы в любую погоду можно было построить маршрут к вам, просто открыв Google Maps, Google карты и найдя ваш коллектив в поиске и отправиться стать участником, стать частью вашего творчества. Итак, что же мы подготовили для вас? Итак, это два видеокурса. Первый видеокурс, базовый видеокурс «Знакомство с Instagram для творческих коллективов», плюс создание YouTube-канала, то, что я рассказывал, создание загрузки первого видео, оформление YouTube-канала и создание первой YouTube-трансляции. Google, то, что я и говорил, размещение вас в поисковых системах и на Google Maps. Ну и, конечно же, создание аккаунта в TikTok. В базовом видеокурсе мы расскажем вам, о чем стоит общаться с вашими участниками, с теми, кто потенциально станет вашими участниками. Расскажем вам, какие темы сейчас актуальны, как их находить, как оформлять посты, как делать их привлекательным, как использовать тренды. Вот это все вы найдете в видеокурсе «Знакомство с Инстаграм для творческих коллективов». Второй видеокурс – это
профессиональная версия этого первого видеокурса, где мы расскажем уже больше с точки зрения маркетинга, SMM. Расскажем о том, как вывести ваш Инстаграм на более высокий уровень, на более продвинутый уровень для тех, у кого уже был Инстаграм, вы попробовали, возможно, вам понравилось или не понравилось. Вот здесь мы вам расскажем, как это делают профессионалы. Какие есть нюансы, какие есть фишки, как нужно правильно настраивать рекламу в Инстаграм. Один из самых эффективных на сегодняшний момент способов для рекламы, которые видят только те люди, которым вы хотите ее показывать. Это называется таргетированная реклама. О ней мы расскажем как раз в про-курсе. Расскажем, как ее настраивать, чтобы мы могли это делать самостоятельно, а не тратили деньги на заказ рекламы. Это действительно очень просто. И я уверен, что вы сможете в этом разобраться с помощью нашего про-видеокурса. Ну, а для тех, кому все то, что я говорю сейчас, кажется чуть-чуть сложным, ну, или вы бы хотели какую-то помощь на старте, чтобы вы были уверены, что вы идете по правильному пути, чтобы был какой-то правильный старт, мы создали самую простую и, как нам кажется, очень доступную услугу создания и оформления аккаунтов во всех основных социальных сетях и поисковиках. Мы создадим и оформим для вас аккаунт в Instagram, заполним профиль, сделаем это правильно. Создадим вам канал на YouTube, также с оформлением, чтобы он красиво смотрелся и на компьютере, и на мобильном телефоне. Создадим оформление канала, расскажем вам, как загружать туда первое видео. Создадим вам карточку в Google поиске, сделаем геометку на Google картах, ну и, конечно же, создадим аккаунт в TikTok. Отдадим вам все пароли, которые вы сможете поменять самостоятельно. И этой услугой мы будем пользоваться с использованием ваших логотипов, вашего контента, то есть мы сюда загрузим то, что вы нам отдадите. А мы это сделаем уже максимально правильно и красиво, чтобы это смотрелось на всех устройствах максимально круто. И когда они заходили, сразу же видится шапка профиля. Первый взгляд, на самом деле, очень и очень важен. Ну и если вы хотите получить профессиональное продвижение, ведение вашего аккаунта или аккаунтов в Instagram вашего коллектива, вас как творческой личности, мы предлагаем ведение от нас, от волны идей, ведение ваших аккаунтов в Instagram. Это определенный набор постов ежемесячно, сторис с разработкой рубрик и тем, которые мы будем согласовывать с вами, естественно. Ну и, конечно же, посты о тех событиях, о тех концертах или каких-то мероприятиях, которые проходят у вас в коллективе, они также будут отображаться в вашем аккаунте. Выбирайте, либо вы учитесь и становитесь нашим коллегой, узнаете все в Инстаграм, либо мы помогаем вам стартануть, а дальше вы с помощью наших курсов пытаетесь, и я уверен, что у вас получится делать все самостоятельно, ну или вы отдадитесь в руки профессионалам, потому что мы знаем творчество, знаем то, что хотят видеть, смотреть ваши участники, родители или даже продюсеры, и будем вести и продвигать ваш аккаунт в Инстаграме с помощью наших знаний и с помощью ваших желаний, то, как вы хотите, чтобы ваше творчество выглядело во всемирной сети Инстаграм. Ну что, на этом наше превью закончилось. Вам осталось выбрать. В ссылке в описании к этому ролику будет вся информация, где можно заказать, где можно все заказать. Поэтому смотрим вниз, там ссылочка. Выбираем то, что нужно именно вам. И до встречи в мире Инстаграм, Ютуб, Гугл.
и чуть-чуть TikTok. Спасибо большое. До встречи на видеокурсах. Пока-пока.